Вопросов, которые требуют незамедлительного решения, сегодня немало. Ремонт, обустройство инфраструктуры, снижение аварийности на проблемных участках, информирование населения о состоянии дорог с помощью специальных сервисов. Куряне хотят ездить по областным трассам с комфортом, при этом упор должен быть сделан еще и на безопасность. Эта мастерская одна из самых компактных по числу участников, но при этом самая продуктивная. Помимо представителей общественности, в нее входит и московский эксперт из НИИ транспорта. Один из проектов, представленных в рамках этой мастерской – информационная система «Общественный мониторинг дорог». Она может быть особенно востребована в тематический год, когда работникам дорожных служб предстоит отремонтировать большое количество объектов и сдать свою работу контролирующим службам и общественности. Этот инструмент позволяет организовать протокол проверки, который будет осуществляться общественными контролерами, зафиксировать в интернете вместе со всеми выводами, с фотоматериалами. На карте дорог будут отмечены маркерами все места проверок и результаты этих проверок. Результаты работы мастерских проектов найдут свое отражение в дорожных картах. Они будут представлены сначала на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а в конце июня с ними ознакомятся участники Среднерусского экономического форума.